Сегодня день юриста. До Октябрьской революции 3 декабря отмечали годовщину судебной реформы, и все юристы России считали его профессиональным праздником. Но в 2008 году он вновь вернулся в календарь памятных дат. К первым юристам-профессионалам можно отнести членов коллегии понтификов Древнего Рима. Сейчас понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся юридической деятельностью. Судей, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов. Главная задача юристов – обеспечивать выполнение законов, стоять на страже конституционных прав граждан. Юристы Чувашии собрались не только для того, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником и отметить лучших, но и обсудить задачи на будущее. В первую очередь юрист должен трудиться над повышением правосознания граждан, правовой культуры общества в целом, в том числе над формированием нетерпимости к различного рода коррупционным проявлениям, отметила министра юстиции Надежда Прокопьева. Сегодня в республике много делается для повышения доступности юридической помощи населению. Граждане Чувашии всегда могут получить консультации по вопросам земельно-имущественных правоотношений, социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки, защиты прав потребителей и другим у юристов по месту жительства.